Какой ужас означает, что я как носитель 0501, ДКБ1, мало того, что у меня привычно не выношен, так и ни одна иммунотерапия не поможет. Во-первых, нужно проверить. То есть вот если у вас в анализе стоит 0501, то вот эти вот две цифры после 0,5, они не совсем точные. Потому что мы с этим столкнулись, мы проанализировали, в общем-то, то, какова практика нескольких лабораторий, которые выдают вот эти результаты. И оказалось, что сами реактивы дают определенный фактор, то есть имеют фактор неопределенности, что там идет вот 0,1, там тире какое-то там. Анализы выдаются суженным образом, то есть далеко не все варианты, которые идут после второго знака, после 0,5, они вот правильные. Поэтому в таком случае, как ваш, если имеется привычное невынашивание беременности и похожесть между мужем и женой по HLA-генам, здесь важно понимать, что вот этот 0,5-0,1 это, как правило, вот вариант вот этот ДКУ-альфа Алана Бира, то есть это ДРБ1-0,1-0,1, ДКУ-А1-0,1-0,1 и ДКУ-Б1-0,5-0,1. То есть это вот стандартная такая связка, древняя достаточно связка HLA-генов, которая ассоциирована и с привычным, и со вторичным невынашиванием беременности, и во многих случаях она связана именно с первичным невынашиванием беременности. То есть при таком варианте повышается риск антифосфолипидного синдрома, первичного появления волчаночного антикоагулянта и целого ряда других аутоиммунных проблем, которые связаны с невынашиванием беременности. Именно они могут быть причиной. То есть не обязательно это H-Y-рестрикция. Но если речь идет о том, что вы похожи с мужем по HLA-гаплотипу, то, что нужно делать с осторожностью, это с осторожностью нужно выполнять лимфоцитоиммунотерапию. И поэтому я бы рекомендовал бы сделать анализ, то есть, во-первых, проанализировать вот вашу HLA-конфигурацию и посмотреть, допустим, у вас может быть 0,501, но в позиции DRB1 может быть или 0,7, или 0,5, или 15, или 13. Вот. И если эти позиции есть, особенно в сочетании с DQB1.06, то тогда если есть варианты DRB1.13 и DQB1.06, тогда вы HY рестриктивны по другому гаплотипу. Либо же, если у вас есть вот этот 0501, но в другом гаплотипе стоит DRB1.07 или DRB1.15, тогда у вас идет HY рестриктивность по другому гаплотипу, и тогда вот эта вот лимфоцитоиммунотерапия только нежелательна. Остальные виды иммунотерапии, то есть иммуноглобулины и назначение и необходимости каких-то других вариантов, аспирина, там, гепарина, плаквенила, то есть это вполне нормально все. То есть это все не нужно на себе ставить крест по той лекции, которую вы услышали. То есть вот есть один из факторов, но мы должны просто проанализировать и понять возможную роль этого фактора. Вот. Поэтому здесь вопрос идет вот именно о лимфоцитоиммунотерапии, что возможно, да, но лучше на всякий случай сдать вот этот более точный анализ. Типирование, ПЦР-типирование ДКБ1 гена высокой точности, просто оно делается на западных реактивах. То есть оно будет немножко дороже стоить, чем обычное вот это HLA-типирование, но зато оно даст нам на вот этих голландских реактивах, нидерландских, даст более точно, то есть даст абсолютно точную цифру, что у вас стоит после 0,5. И если у вас вдруг окажется, что после 0,5 стоит 0,3, тогда совершенно спокойно можно делать лимфоцитоиммунотерапию.